Романтик, если ты не хочешь носить маску, то тебе в этой комнате не жить. Иди туда, откуда ты пришел. Сим, ну мы же друзья, ну может я все-таки останусь? Нет, в этой комнате жить можно только в маске. Ой, девочки, доброе утро. А где Даша? Батоша, просыпайся, где Даша? Как это где Даша? Там внизу спит. Ее там нет. А что если ее забрали в эту в игру в кальмара? Ты же помнишь, как за ней приходил тот в красном костюме оттуда? Даша, Дашенька, стоп, давай не будем заранее разводить панику. А вдруг Даша у парней? Побежали. Батанша, меня Сим выгнал, вот я теперь опять здесь буду жить. Да, пофиг мне, а где Даша, вы не знаете, вы ее не видели с утра? Да что вы тут шумите? Батанша, а ты что тут забыла? Да замолчите вы. На вопрос ответьте, где Даша? Где Даша? Сим, ты ее видел? Че ты молчишь? Хватит спать! Сим, где Даша? Да ну не тряси меня! Не видел я Дашу! И вообще, че такая паника? Я спать хочу, я не выспался! Сим, встал быстренько! Из колледжа пропала Даша! Я вообще ничего понять не могу. Чего я здесь делаю? Я, короче, спать пошел. Это не спальня, это туалет. Твоя комната там. Романтик. Чего-чего? Я ничего не слышу. Ну вы, ребята, даете. Романтик, ты кого там увидел? Тебя стучаться не учили? Я тут умываюсь вообще-то. Значит, все по колледжу бегают, тебя ищут, а ты здесь умываешься? Ребята, Даша здесь! Даша, вы давай! Где ты была? Я здесь была, есть и будущие минут пять. И вообще, если бы я здесь мылась или на горшке сидела, ну-ка вышли отсюда. Ты посмотри, умыться не дают. Фух, Даша в колледже. Девочки, а вы почему раньше времени панику подняли, что Даши в колледже нет? Спортсмен, ты что забыл, как недавно к нам в колледж пришел этот в красном и хотел Дашу забрать в игру в кальмара? Да-да-да, вот мы и распереживались, а она он, оказывается, все это время в ванной была. Так, пацаны, расходимся. Я пошел спать. Ох уж эти девочки, вечно раньше времени панику устраивают. Да-да. Ребята, ребята, быстро все сюда! Сим, хватит спать, иди за мной! Мальчики, что у вас происходит? Что такое? Девчонки, тихо! Там Джессика Кэт разговаривает с вот этим вот красным с игры в кальмара. Он что, до сих пор в колледже? Он не ушел? Но вы же понимаете, что по правилам мы не можем игроков просто так взять и отпустить с игры в кальмара. Но должны быть какие-то исключения. Они проголосовали, что хотят выйти из игры. Ребята, не шумите, мне плохо слышно. Тебе что-нибудь там видно? Нет, ничего не видно. Пусть играют, остальных не трогайте. Тихо, ребята идут. Ребята, как вы думаете, к чему все эти звонки, визитки берутся ниоткуда?
странно. Ребята, все. Мне кажется, или Джессика Кэт смотрит мои видео на канале? Да нет, Даша, это тебе кажется. Она разговаривает с тем красным, который за тобой пришел. Да, у него еще голос похож. Так в прошлых видео точно такой же голос был. Так чего мы стоим? Заходим и посмотрим. Я же говорила, мои видео смотрят. Я тоже говорил. Как указано в правилах игры в кальмара. Ребята, а чего это вы тут столпились? До начала урока еще далеко. Джессика Кэт, а как вы в колледже оказались? Вы же вроде как поехали играть в игру. Вас аж несколько дней в колледже не было. И знал, как вернуться из игры, только спортсмен. Да я им весь мозг там проела. Я им так надоела, вы себе не представляете. Вот они меня и отпустили. Да, наша Джессика Кэт надоесть может. Ее даже с такой игры прогнали. Ой! Джессика Кэт? А это что такое? Это как раз те визитки, которые я еще понаходила в колледже и как раз собиралась выбросить. Пс, Сим, сегодня директриса какая-то странная, тебе не кажется? Кажется, кажется, что-то она не такая, как всегда. Так как мы с вами много пропустили, будем сегодня наверстывать упущенное. У нас сегодня с вами будет 10 контрольных, 5 зачетов и 6 самостоятельных. Поэтому сегодня занимаемся мы до ночи. Джессика, какая, только нам нужно быстро переодеться. И мы приступим к учебе. Давайте быстрее, побежали. Алло, мы с вами не закончили разговор. Даша, а ты подготовилась к контрольным работам? Ой, спортсмен, не напоминай мне, не подготовилась ни к одной контрольной работе. Буду писать так, наугад. Я точно так же. Ребята, я к контрольной не подготовился. Кто мне поможет? Все с вами понятно. Одна жлобня в классе, никто не даст писать. Да мы не жлобня, просто сами не подготовились. Я тоже не знала, что у нас будет целая куча этих контрольных, самостоятельных и зачетов. Ботанша, а ты готовилась? Конечно. Прям ко всем контрольным? Конечно. Прям ко всем, ко всем? Да, конечно. И к зачетам? Да. И к самостоятельным? Естественно, я же ботанша. Так, Сим, не болтаем. Лучше раздай всем листочки. И все написали контрольная работа. Первый вариант от окна. Эй, Сим, давай иди листочки раздавай. Сейчас будем контрольные писать. Давай, давай. Так, тебе листочек, тебе и тебе. Вот, держите вам листочки. Тебе вот ваша и мне. Я все сделаю, Джессика, как вы и попросили. Спасибо, Сим. Садись на место. Сим, а я не поняла, а что ты там прячешь? Пиши контрольную. Так, ребята, сидите тихонечко, пишите контрольную, я сейчас вернусь. Даша, ты куда? У нас контрольная. Спортсмен, я знаю, что у нас контрольная. Ты ее и пиши, тихо. Ребята,
мне тут кажется, что Джессика Кэт не просто так вернулась обратно. На самом-то деле ей помог спортсмен, но только почему-то он молчит и не признается. Точно! Я об этом тоже подумала, ведь спортсмен единственный знал, как вернуться из этой игры в кальмара. Девочки, а может спортсмен с ними заодно? С кем с ними? Ну, с создателями этой игры в кальмара. Точно, а романтик дело говорит. Угу. Ребята, что-то мне кажется, что эти создатели игры нас в покое не оставят. Зачем ты мне звонишь? У меня урок, контрольная, между прочим. Когда вы сделаете то, что мне обещали? Раз обещала, значит сделаю скоро. Не время еще. Мне здесь надоело уже. Надоело ему, надоело. Даша! Продолжаем писать. Кто вам разрешал покидать игру? Продолжаем писать контрольную. А что это было? Не знаю. Голос у нее какой-то странный. Да-да-да, как будто из игры в кальмара. Ой, а может нам показалось? Скорее всего. Все-таки зря я на спортсмена наговаривала. Вы слышали, какой голос у нашей директрисы вырывался? Как у этих из игры в кальмара. Да слышали, слышали. Директриса 100% в этом всем замешана. Я уверен. Да-да-да, ей постоянно кто-то звонит, а она отвечает все время. Вот только раньше она делала это в классе при нас, а сейчас постоянно куда-то выходит. Что-то скрывает от нас. Мне кажется, она боится чего-то. Или кого-то. Даша, хватит болтать. Ты так контрольную вообще не напишешь. Давай назад. Ладно. Как я поняла, по первому заданию у вас вопросов нет. Кто не вернется по-хорошему в игру, затем придут. Ну а по второму... Спортсмен, я снова услышала этот голос. На этот раз тебе точно не послышалось. Я его тоже услышал. Сим, мне страшно, я боюсь. Тут-то Баташа, я сам боюсь. Что? Что вы сидите на меня смотрите? Давайте пишите контрольную. Если не успеете, двойки вам поставлю. Или заберу в игру в кальмара. Алло? Мне кажется, они обо всем догадываться начинают. Без паники. Соблюдайте спокойствие и тишину. Все будет хорошо. Ребята, как думаете, почему Джессика Кэт, наша директриса, начала разговаривать таким голосом, как вот эти красные из игры в кальмара? Почему, почему? Потому что она, наверное, с ними заодно. Спортсмен, а мы вначале вообще подозревали, что это твоих рук дело. Моих? А почему моих? Я же наоборот вам помогал выбраться из этой игры. Ну просто мы думали, что это ты вернул Джессику, и вы с ней вместе что-то замышляете. Эй, ребята, хватит спорить. Лучше скажите, что нам делать? Я предлагаю проследить за ней. Ну вот ты иди. Эй, ребята, мы должны держаться все вместе. Помните об этом.
зачем-то вышла с колледжа. Идемте за ней. Ага, ага. Ты где? Я здесь. Что будем делать? Подростки уже начали догадываться о моей связи с этой игрой. Значит, необходимо принимать крайние меры. Ну что ж, начнем. Я поняла. Начнем действовать. Ребята, вон она, вон наш директор! Да мы видим! Чего ты орешь? Ребята, если вы будете шуметь, мы так и не узнаем, что задумала директор. Потише! Я сейчас приду. Мне кажется, они за мной следят. Текаем, текаем, текаем! Ну что, ребята, я думаю, теперь ни у кого нет сомнений, что наша директриса связана с этой игрой. А может, она вообще самая главная в этой игре? Да что ты такое говоришь? Быть такого не может. Она же директор художественно-спортивного колледжа. А может, она является игроком? Эй, ребята, я нашел еще одну карточку в колледже. Может, позвоним и спросим? Ага, и они нам прям сразу скажут, кем у них там является Джессика Кэт. А что нам теперь делать? Пока ребята меня не заметили, я принесла еду. Вы точно уверены, что вас никто не заметил? Нет, не точно, но я на это надеюсь. За беседкой наша директриса разговаривает с человеком в красном костюме. Это, наверное, те с игры в кальмара. Чего стоим? Бежим! Я обещаю, я сделаю все, что в моих силах. О-о, походу нас застукали. Ребята, пишите в комментариях, если вы хотите продолжение видео «Игры в кальмара». А также не забудь поставить этому видео лайк, подписаться обязательно на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои видосы. И всем пока-пока, чмоки-чмоки, ма!